Как там говорят? Любишь кататься? Люби и катайся. А, не, катись к Ядрине Фе. Не, это вообще с другой оперы. А, люби саночки возить. Кстати, о чем это я? А, ну всем привет. Работал сегодня. Точил полипропилен, потом металл, потом опять полипропилен. Забил патрон так, что теперь даже раскрутить его нормально не могу. Не, конечно, надо было заткнуть дыру отверстия. У меня для этого вот такой поролон есть. Обычно, когда склероз меня отпускает, то я запихиваю поролон в середину. Но такой праздник случается редко. Ну и вот теперь надо чистить патрон. По-нормальному надо было бы все разобрать, почистить улитку, кулачки. Ну или хотя бы просто кулачки выкрутить. И там все прошуровать нормально. Но как подумаешь, опять эти нелепые действия. Крути туда, крути сюда. Потом крути много раз, пока со спирали весь мусор не вывалится. Ужас. А вот я думаю, а зачем у меня тогда столько инструментов? Зачем я его покупаю? Надо, чтобы была какая-то польза. Пошел по загашникам, нашел много чего интересного. Кстати, у меня тоже есть шапочка из фольги. Только она маленькая, поэтому живет на лампочке. Так вот, пошел по загашникам и нашел вот такую вот штучку. Квадрат на 3/8. Как раз по диаметру. Не по диаметру. Ну, в общем, влезает. Я теперь буду крутить не руками, а при помощи техники. Ну и куда же без зубной щетки? И в другую сторону. И вытряхиваем все. И не вытаскивается. Ага. Хорошо, впендюрил. Значит, будем полегче. Да что-то у меня все застряет сегодня. Теперь еще только кулачки почистить. Ну, здесь все просто. Пару движений. И красота. Ну и поставить еще надо в правильном порядке. Ну, я думаю, это все знают, кто с патронами имеет дело. Так. Раз, два и три. Первый, второй и третий. Так. Вот это у нас первый. Вот это у нас второй. И вот это у нас третий. Все, красота. Сошлось нормально. И крутится пальчиком. И пробку можно запихнуть. Теперь можно работать. Кому идея понравилась, ставьте лайки. Всем пока!